Willkommen auf unserem Kanal. Alle Serien und Filme sind in der Originalsprache, Russisch. Um Untertitel auf Deutsch zu aktivieren, folgen Sie bitte den folgenden Schritten. Klicken Sie unten rechts auf Einstellungen. Wählen Sie Untertitel aus. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus. Und natürlich vergessen Sie nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Гуляя по амбарам, увидел я судно иностранное. Спросил Франца, что за судно. Он сказал, что то бот английский, и ходит он на парусах не только что по ветру, но и против ветру. Которое слово меня в великое удивление привело. И неимоверно. Все его победы будут вопреки традициям, ожиданиям, здравому смыслу, порой даже законам физики. В точном соответствии со словами на медали в честь очередной победы его флота. И небываемое бывает. Ему было всего 10, когда он впервые столкнулся с разъяренной толпой. С тех пор на всю жизнь у него остались судороги и нервный тик. Следы ужаса, который он пережил во время стрелецкого бунта, стоя на забрызганном кровью крыльце. Разве знал тогда кто-нибудь, что этот испуганный мальчишка вскоре разрушит старую страну, чтобы на ее руинах построить новую? Петр был младшим сыном царя Алексея Михайловича и последним в очереди на престол. Когда ему было 4 года, умер отец. На престол взошел старший брат Федор. После смерти царя Федора бояре провозгласили царем 10-летнего Петра в обход среднего брата, 15-летнего Ивана, который был слаб и умом, и здоровьем. Однако их старшая сестра, умная и властная царевна Софья, использовала стрелецкий мятеж, чтобы на копьях стрельцов прийти к власти. Отстраненный царевной Софьей от власти, Петр вместе с матерью, царицей Натальей, перебрался в подмосковную усадьбу Преображенская. Когда Петру исполнилось 11, для его забав было набрано потешное войско. Солдатами стали сверстники царя и юные дворяне. Царская забава быстро переросла обычную игру. Вскоре Петр затребовал для потешного войска 16 чугунных пушек. Потешное войско уверенно превращалось в личную гвардию царя Петра. В это же время юный царь начал осваивать азы флотоводства. На Плещеевом озере близ Переяславля была создана потешная верфь. Царь Петр резко выделялся среди окружающих. Его рост составлял 204 сантиметра, почти на полметра больше среднего мужского роста того времени. Телосложение непропорциональное. Длинные руки с крупными кистями, маленькая ступня 38 размера, узкие плечи 48 сантиметров, маленькая голова. Черты лица правильные, но в моменты сильного волнения искажались судорогой, нервный тик, последствия детских потрясений. С самого детства Петр отличался невероятной энергией. Сейчас бы ему поставили диагноз гиперактивность. Ему было трудно долго усидеть на одном месте. К тому же его лишили хороших учителей, которые были у его старших братьев.
Поэтому Петр не закончил даже традиционный для русского царевича курс образования и всю жизнь писал с грамматическими ошибками. Читая письма неугомонного сына, присланные с Прищеева озера, царица Наталья Кирилловна и плакала, и смеялась. Вселюбезнейшей и паче живота телесного дрожайшей моей матушке, государыне-царице, великой княгине Наталье Кирилловне. Сынишка твой в работе пребывающий, Петрушка. У нас с молитвами твоими здорово все. Озеро вскрылось, и суды все, кроме большого корабля, в отделке. Только за канатами станет. И о том милости прошу, чтоб те канаты по 700 сажень из пушкарского приказу не мешков присланы были. А за ними дело станет, и житие наше продолжится. По сеем паки благословения прошу. С малых лет Петр проявлял интерес ко всему, что связано с ручным ремесленным трудом. Уже к 18 годам он в совершенстве знал 14 ремесел. Изучал военное дело, фортификацию и кораблестроение, учил немецкий и голландский в живом общении с жителями немецкой слободы. Немецкая или кукуйская слобода возникла еще в середине 17 века, когда Алексей Михайлович велел выселить всех иностранцев, не принявших православную веру, за пределы города. Располагалась на правом берегу Яузы, возле ручья Кукуй. Имела собственную инфраструктуру и управление. Население – европейцы разных национальностей, приехавшие в Россию работать по найму. Военные, врачи, ремесленники. Немецкая слобода была совсем рядом с Преображенским, прямо за рекой. Петр ежедневно видел шпили лютеранской кирхи и слышал звуки чужой заманчивой жизни. И когда, не совладав с любопытством, он решился посетить слободу, там его уже ждали. Швейцарец Франц Лефорт, храбрый офицер, красавец и силач, имевший опыт боевых действий. Но основным его занятием была светская жизнь. Он превратил в профессию то, что сейчас называют тусовщик, и в этом качестве сделал при Петре блистательную карьеру. Кроме этого, он стал одним из самых близких Петру людей. Именно Лефорт представил царю своего расторопного камердинера Александра Меньшикова, будущего друга и сподвижника Петра во всех начинаниях, а также юную дочь местного кабачика Анну Монс, которая станет царской фавориткой. Петр зачастил на Кукуй, начал говорить по-немецки, научился танцевать с дамами, пить вино и курить трубку. Естественно, все это сильно беспокоило его мать, царицу Наталью Кирилловну. Решено было Петра женить, чтобы остепенился. В невесты ему выбрали 19-летнюю Евдокию Лопухину, идеал старомосковской девицы. Статная, красивая, спокойная и очень набожная. Не прошло и двух месяцев после свадьбы, а новоиспеченный муж уже уехал на Плещеево озеро к своей корабельной потехе. Тем временем в Москве готовился переворот. Софья пыталась удержать власть. Ее доверенные подбивали стрельцов убить Петра. Охрану Преображенского усилили. Петр находился в крайнем напряжении. И когда душной августовской ночью в Преображенской явились стрелецкие гонцы предупредить царя о покушении, у Петра не выдержали нервы. Царь выбежал на двор в одной рубахе, вскочил на лошадь и один, без сопровождающих, нырнул в кромешную темноту. Наутро выяснилось, государь ушел под защиту Троицы Сергиева монастыря и велит туда же быть немедля всей своей семье и двору, и потешному войску. Петру стали перемещаться бояре, приказные и войска. В середине сентября все было кончено.
Софью заперли в Новодевичьем монастыре, а власть перешла к Петру. И первое серьезное дело молодого государя – военный поход. На тот момент Россия вместе с Австрией и Польшей входила в антитурецкую лигу, так называемый Священный Союз. И по договору, подписанному еще при Софье, была обязана воевать с Османской империей. Но если Софья отправляла войско против вассалов Османской империи, крымских татар, то Петр постановил воевать сразу с турками, то есть идти на Азов, турецкую крепость в устье Дона, которая перекрывала выход в Азовское море. Таким образом, он намеревался решить сразу две задачи – выполнить условия договора и прорубить России выход к морю. Впервые русская армия двигалась не по суху, а по рекам – Волге и Дону, на специально построенных речных судах. Петр официально был в этом походе главным бомбардиром, носил чин старшего артиллерийского офицера. Поначалу азовский поход казался царю продолжением военных потех, но две попытки штурма провалились. Петр велел возвращаться. Реальная, непотешная война началась с поражения. Всю зиму в верховьях Дона близ Воронежа строилась флотилия. Весной 1696 года первый русский флот, два больших военных корабля, 23 галеры и 1500 малых судов отправился вниз по Дону к Азову. Корабли отрезали крепость со стороны бухты от источников снабжения. Через месяц крепость сдалась. Россия получила выход к Азовскому морю. Русский флот успешно отбивал попытки турецкого войска прорвать блокаду. В Москву Петр вернулся победителем. Но для продолжения войны с Османской империей нужны были союзники. Петр снарядил в Европу великое посольство, дипломатов и вельмож, и сам поехал вместе с ними под видом урядника Преображенского полка Петра Михайлова. На Москве вместо царя остался придворный стольник Рамадановский, который пользовался доверием еще у отца Петра, Алексея Михайловича. Рамадановскому был присвоен титул «князь-кесарь», поручена опека за царской семьей, царицей Евдокией, шестилетним царевичем Алексеем, и официально передана вся полнота власти. Все были потрясены, но никто не посмел возразить или хотя бы удивиться вслух. И только спустя много лет механик Андрей Нартов, который учил Петра токарному делу, напишет в своих мемуарах. Слыхал ли кто или читал ли кто в каких-либо преданиях, чтобы какой самодержец при вступлении своем на престол, оставя корону, скипетр и поруча правление царства ближним вельможам, предпринимал странствование по чужим государствам? Пример неслыханный, но в России самым делом исполненный. Государь, наконец, увидел своими глазами тот мир, о котором мечтал с юности. Европа потрясла его. Правда, в картинных галереях и на концертах он откровенно зевал и томился. Но то, что касалось естественных наук, техники, морского дела, промышленности, все это вызывало у него восхищение и живейший интерес. Он все хотел попробовать своими руками. В Голландии урядник Петр Михайлов нанялся на судостроительную верфь плотником, чтобы лично пройти все стадии строительства корабля. То же повторилось и в Англии. Иностранцы не знали, что и думать об этом странном юноше, царе московитов. Ему необходимо было везде быть, все попробовать, все вызнать, всему научиться самому и научить своих людей. Его интересовало, как ловят китов, как лечат больных, как делают бумагу. Петр учился у артиллерийского мастера, слушал лекции в анатомическом театре, уговаривал разных мастеров ехать в Россию и многих уговорил. Но достичь основной цели посольства, найти союзников для войны с Турцией, так и не удалось. Вся Европа готовилась к борьбе за передел сфер влияния после смерти бездетного испанского короля, и помощь русскому царю в войне против турок ни в чьи планы не входила. Зато в Польше Петру удалось найти союзника против Швеции. Им оказался король польский и курфюрст саксонский
Август Сильный, первый красавец Европы, авантюрист и любитель развлечений. При свидании с польским королем Августом царь Петр Алексеевич остался у него ужинать. Во время стола приметил Август, что поданная ему тарелка серебряная была нечиста, и, согнув ее рукою, в трубку бросил в сторону. Петр, думая, что король щеголяет перед ним силою, согнул также тарелку, положил перед себя. Оба сильные государя начали вертеть по две тарелки и перепортили бы весь сервиз, если бы шутку сию не кончил российский монарх следующую речью. «Брат Август, мы гнем серебро изрядно, только надобно потрудиться, как бы согнуть нам шведское железо». Вступая в войну со Швецией, Россия могла бы вернуть свои древние новгородские земли на Балтике. Речь шла о восточном побережье Финского залива. Выход к Балтийскому морю означал выход в Европу. Но прежде чем начинать войну, нужно было навести в своей стране порядок. В самый разгар европейских переговоров Петр получил из Москвы дурные вести. Снова взбунтовались стрельцы. Мятежные полки шли из Великих Луг, при себе несли грамоту. Идти к Москве, немецкую слободу разорить и немцев побить за то, что от них православие закоснело. Непременно идти к Москве, хотя бы умереть, а один предел учинить, государя в Москву не пустить и убить за то, что почал веровать в немцев. Преодолев за 4 недели 300 миль, Петр прибыл в Москву. К тому времени князь Кесарь Рамадановский уже подавил бунт и проводил розыск. 130 стрельцов были казнены. Еще 150 биты кнутом и сосланы. По прибытии в столицу Петр велел провести дополнительное следствие и повторный розыск. Сам участвовал в допросах и пытках. Была организована массовая публичная казнь. На Красной площади отрубили головы 800 стрельцам и еще несколько сотен повесили на кремлевских стенах. Петр своими руками отрубил головы 5 мятежникам. При казни присутствовали бояре и иностранные дипломаты. Всего было казнено около 2000 стрельцов, еще 800 биты кнутом и отправлены в ссылку. Отныне и навсегда слова «старина» и «стрельцы» стали для Петра синонимами слов «анархия» и «бунт». Сразу после стрелецких казней он принялся перекраивать жизнь свою и подданных. Нелюбимую жену Евдокию насильно отправил в монастырь. 8-летнего сына Алексея передал на воспитание своей сестре Наталье. Стал открыто жить со своей любовницей Анной Монс, которую прозвали Кукуйской царицей. Патриархальная Москва была потрясена. Но Петра это не смущало. Петр собственноручно отрезал боярам бороды, издал указ, по которому все, кроме крестьян, должны были носить западную одежду и брить лица. С бородой теперь могли ходить только священники и те, кто оплатил особую бородовую пошлину. Для вельмож и чиновников от 600 рублей в год, 3,5 миллиона на современные деньги. Для слуг и извозчиков до 30 рублей в год. 180 тысяч на современные деньги. Всех придворных Петр заставил изменить уклад жизни. Жены дочерей нарядить в европейские платья, учить танцам и светскому обращению, по утрам чистить зубы и пить кофе, чеснока и кислой капусты отнюдь не употреблять, а есть голландский плод картофель. И так до бесконечности. Этот год, 7208 от сотворения мира, должен был начаться, как обычно, с 1 сентября. Но не тут-то было. Россия перешла на летоисчисление от Рождества Христова, поэтому следующим годом стал 1700-й. Монаршей волею было приказано.
сего числа перестать дурить головы людям и считать Новый год повсеместно с 1 января. В честь Нового года учинять украшения из елей, детей забавлять, на санках катать с гор. А взрослым людям пьянство и мордобой не учинять. На то и других дней хватает. Первые в российской истории новогодние забавы закончились большим пожаром. Петр отнесся к этому равнодушно. Он не любил старую Москву. К тому же было не досуг. Он готовился к большой войне против Швеции. Уже был заключен тайный союз с королем Польши Августом II и королем Дании и Норвегии Фредериком IV. Причем оба короля считали Петра младшим братом и вспомогательной силой. Противника же, 18-летнего короля Карла XII, любителя охот и парадов, никто из них вообще не воспринимал серьезно. Он провалился в отцовские ботфорты, откуда его следовало бы вытащить за уши и хорошенько выпороть, шутил польский король Август, осадив Ригу, входившую в состав Швеции. А датский король не успел пошутить, потому что 4 августа в гавани Копенгагена появился шведский флот. Юный Карл неожиданным ударом вынудил датского короля выйти из войны. Вскоре Август снял осаду Риги и ушел. Петр с плохо обученной армией оказался один на один с сильнейшей армией Европы. Началась Великая Северная война. Русские войска осадили крепость Нарву. Артиллерия оказалась слабой, и обстрел крепости результатов не дал. А через две недели к Нарве подошли основные силы шведов. Накануне сражения Петр оставил главнокомандующим герцога де Круа и уехал в Новгород. Он не видел, как железная шведская пехота разметала по полю русские полки. И только преображенцы и семеновцы, то самое некогда потешное войско, стояли до последнего, по колено в крови. Не видел, как сдавались в плен наемные иностранные офицеры, как бросали к ногам короля Карла русские знамена при капитуляции. В это время Петр уже готовил новую армию для новой битвы. Армия Петра впервые в истории России стала формироваться как регулярная, то есть на основе рекрутской повинности. Дворяне обязаны были служить поголовно. Крестьяне выделяли одного новобранца от 20 дворов. Служба была пожизненной. Все новобранцы проходили серьезную военную подготовку. За образец были взяты бывшие потешные полки – Преображенский и Семеновский. Солдаты получили новое обмундирование и вооружение. Шпаги и ружья-фузеи вместо старых пищалей. Через 10 лет российская армия насчитывала 200 тысяч солдат всех родов войск и 100 тысяч нерегулярной кавалерии. До Петра Россия никогда не имела столь большой армии, даже в периоды напряженных боевых действий. После Нарвской катастрофы, чтобы пополнить казну, Петр принял экстренные меры. Увеличил в 4 раза производство денег, уменьшив при этом долю серебра в монете. Это поставило страну на грань очередного всенародного бунта. Действия Петра давно уже вызывали недовольство. Заставляет носить еретическую одежду, курить дьявольскую траву никоциану, втравил страну в войну на севере. В народе и без того уже поговаривали, что царь вернулся из-за границы подмененный. А подлинный дед-царь остался за морем в темнице. А иные вовсе называли царя Антихристом. Петр не обращал внимания. Он велел снимать церковные колокола, чтобы переплавлять их на пушки. И собирался уже изъять всю казну у монастырей. Он нещадно собирал налоги, выжимая из страны все соки. В народе то и дело вспыхивали волнения и настоящие большие восстания. Тем не менее, Петр построил несколько крупных кораблей. Начало российского военного флота. И запустил металлургические заводы на Урале, которые вскоре обеспечили армию превосходной артиллерией.
Развитие собственной артиллерии, полномасштабная военная реформа и резкое увеличение военных расходов вскоре дали свои плоды. Постепенно Россия стала воевать со Швецией на равных, а потом и одерживать победы. Были взяты крепости Нотебург, Ниеншанс, Нарва, Мариенбург. Последняя победа, как оказалось впоследствии, сыграла важную роль в личной жизни Петра Алексеевича. Дело в том, что незадолго до этого выяснилось, что царская фаворитка Анна Монс, с которой Петр жил как с женой уже 10 лет, ему не верна. И хотя юношеская пылкая любовь давно угасла, для Петра ее предательство было весьма болезненным. Помог верный друг и соратник царя Меншиков. Он давно подозревал Монсиху в измене и подготовил запасной вариант. Красивую и расторопную Марту Скавронскую. То ли латышку, то ли белоруску из пленных, захваченных именно в Мариенбурге. Марта оказалась той женщиной, которая Петру и была нужна. Через 2 года Петр поселил ее как свою невесту в Преображенском. Марта приняла православие и получила новое имя Екатерина Алексеевна. Она родит Петру 11 детей, официально станет его женой и будет коронована как императрица. Все это будет потом. А пока шла бесконечная Северная война. И русские брали крепость за крепостью на Балтийском побережье. Теперь вся Нева от истока до устья была в руках у России. Вскоре на острове Луст-Элланд у впадения Невы в Финский залив была заложена крепость с 6 бастионами, названа крепость Святого Петра и Павла, первый российский порт на Балтийском море. Вскоре здесь будет новая столица русского государства – Санкт-Петербург. Через 1/2 года в порт Петербурга впервые пришел иностранный торговый корабль. Еще через 3 года со стапелей новой Адмиралтейской верфи сошел первый военный корабль Балтийского флота. На царском штандарте, в лапах у двуглавого орла, державшего карты 3 морей – Белого, Каспийского и Азовского – появилась 4-я. Балтийская. Строительство новой столицы на Балтике было сложным и затратным. Заболоченные земли требовали осушения и укрепления. Частые наводнения, постройки множества дамб и плотин. Только на одну плотину уходило 20 тысяч бревен, то есть 62 тысячи кубометров леса, для перевозки которого сейчас бы потребовалось 20 товарных эшелонов. Ежегодно на строительство Петербурга прибывало до 40 тысяч работников. Здесь впервые в русской истории в массовых масштабах использовался труд заключенных. И появились первые стройбаты. Рабочий день длился 12-15 часов. В период белых ночей – круглосуточно. За 15 лет строительства от изнурительного труда в тяжелых условиях погибло не менее 100 тысяч человек. В Европе победам Петра не придавали особого значения. Жадный царь московитов захватил кусок болотистого побережья и лихорадочно его осваивает. Гораздо больше внимания привлекал его противник, шведский король Карл XII. Он воевал в самом центре Европы против польского короля Августа. Когда Август потерял и войско, и польский престол, Карл вспомнил про Россию и пошел добивать Петра. Они встретились 27 июня 1709 года на большом поле в 6 верстах от Полтавы. Накануне решающей битвы оба монарха-полководца объехали свои войска. Карл обещал своим солдатам, что уже завтра они будут обедать в обозе русского царя. «Он приготовил нам много кушаний. Идите же завтра туда, куда зовет вас слава». Царь Петр тоже обратился к своим войскам. «Воины, вот пришел час, который решит судьбу Отечества. И так не должны вы помышлять, что сражаетесь за Петра, но за государство Петру врученное, за род свой, за Отечество, за православную нашу веру». Силы шведов в сражении составили 8 тысяч пехоты, 8 тысяч кавалерии и 4 орудия. Силы русских – 25 тысяч пехоты, 9 тысяч кавалерии и 73 орудия. Сражение длилось 12 часов.
Шведская армия потерпела сокрушительное поражение. Потери русских – 1300 убитых, 3300 раненых. Потери шведов – более 8000 убитых и раненых. 4000 пленных во время сражения, еще 17000 при отступлении. С этого момента шведская армия перестала быть сильнейшей военной силой Европы. У шведов еще оставался мощный флот, и война не была закончена. Но при французском, австрийском и британских дворах с удивлением вынуждены были признать. Страна диких московитов, с которой никто раньше не считался, превращается в новую великую державу. Московская уютная жизнь, терема резного дерева, запутанные улочки, яблоневые сады – все это осталось за бортом Петровского корабля. Теперь самым любимым местом для государя стал Санкт-Петербург. Заболоченные, продуваемые всеми ветрами острова в устье Невы, Петр называл не иначе, как «Парадис», «Земной рай». Он лично инспектировал строительство летнего дворца по собственному проекту. Была предусмотрена даже канализация, которой тогда не имелось и в Версале. И наслаждался каждым днем, проведенным в своем «Парадизе», где пахло близким морем и пеленым деревом. Правда, пока что в Санкт-Петербурге особых красот не наблюдалось. Было очень грязно, сыро и холодно. Но часть улиц уже замостили. Каждый, кто прибывал в Санкт-Петербург на телеге, был обязан привезти 3 камня весом каждый не менее 5 фунтов, а кто на судне – по 30 камней. Петру уже виделись будущие мраморные дворцы, широкие проспекты, парки, бульвары, одетые гранитом набережные. Новая столица новой страны. Новой же стране, помимо армии, необходимо все новое. Финансы, управление, законодательство. Общего плана реформ у Петра не было. Все делалось по мере необходимости, шаг за шагом. На войну нужны были деньги. Началась налоговая реформа. Петр ввел фиксированную подать. Она взималась раз в год подушно, то есть с каждого подданного мужского пола. С крестьян – 74 копейки, на современные деньги – 4440 рублей. С горожан – 1 рубль 20 копеек, 7200 рублей. Причем в число налогоплательщиков включались категории населения, которые раньше подати не платили. Крестьяне Севера и Сибири, жители национальных окраин и Поволжья. Доходная часть бюджета увеличилась втрое. Так было создано финансовое обеспечение дальнейших преобразований. Свою деятельность на троне Петр I понимал как долг – неустанное служение Отечеству. Этого же строго добивался и от каждого из своих подданных, невзирая на ранги – от крепостного крестьянина до сенатора. Для контроля над госаппаратом Петр I придумал фискалов, официальных надзирателей за всем и вся. Увлеченные во взятках должностные лица жестоко и демонстративно наказывались. Но коррупция и казнократство достигали невиданных масштабов. Из собранных 100 рублей налогов до казны доходило в лучшем случае 30. Капиталы первого казнокрада страны, царского друга и соратника Меншикова, стали сопоставимы с бюджетом страны. Потерявший всякое терпение, Петр собирался уже ввести жесткий антикоррупционный закон. Если кто украдет столько, что на эту сумму можно купить веревку, того повесить. Но тот же Меншиков его отговорил. Останешься без подданных, Минхерц. Для всех новых учреждений, от Адмиралтейства до Академии наук, Петр лично участвовал в написании уставов и регламентов. Плюс сотни указов, инструкций и постановлений по самым разным вопросам. Постановления Петра указывали, чем обрабатывать обувную кожу, какой ширины ткать полотна, сколько процентов прибыли брать купцам, как класть печи, чем жать хлеб, как жениться и выходить замуж, чем лечить болезни, в каких гробах хранить покойников, как вести себя в церкви, сколько раз в неделю топить бани и так далее. Каждый указ и инструкция обязательно оканчивались угрозой наказания. От денежного штрафа за болтовню в церкви
до смертной казни за подлог и измену. Петр был уверен, подданные как дети и без его отцовского вмешательства и указаний обойтись не смогут. Мнение самих подданных он, конечно, не спрашивал, как в свое время не поинтересовался мыслями и намерениями своего родного сына Алексея, когда определял, где, как и с кем ему жить. Алексей, сын первой жены Петра Евдокии Лопухиной, лишился матери, когда ему было 8 лет. Воспитывала его тетка, царевна Наталья. Петр с детства пытался приохотить его к государственным делам. С 14 лет брал с собой на войну. Давал разные поручения, но все бесполезно. Единственный наследник явно не собирался продолжать его дело. Был приверженцем старины и тайным ненавистником реформ. Петра это сильно тревожило. По совету тайных противников Петра Алексей бежал за границу, в Австрию. Этим он подписал себе приговор. Русская разведка быстро выследила беглеца, его выманили из убежища и привезли к отцу на суд. Насмерть перепуганный царевич повинился. Под пытками назвал сообщников и подписал отречение от престола. В ходе следствия выяснилось, что Алексей боялся покушения со стороны Петра и его новой жены Екатерины, понимая, что он неугодный наследник. Царевич был заключен в каземат Петропавловской крепости. 25 июня 1718 года суд, состоящий из сенаторов, генералов и иерархов церкви, обвинил царевича в государственной измене и вынес ему смертный приговор. На следующий день Алексей был найден в каземате мертвым. Официальная причина – апоплексический удар. Истинные обстоятельства его смерти неизвестны до сих пор. Известно лишь, что царевич подвергался жестоким пыткам на допросах. Траур объявлен не был. На следующий день после смерти сына Петр с обычным размахом отпраздновал очередную годовщину Полтавского сражения. Но близкие видели, как ему тяжело. В одном из писем он жаловался. «Страдаю за все отечество, желая ему пользы. Враги делают мне пакости демонские. Труден разбор невинности моей тому, кому это дело неизвестно. Бог видит правду». В это время Петр с беспощадной ясностью понял, как хрупки и неустойчивы все его начинания. Случись, что с ним, и все пойдет прахом. А ведь он уже давно был болен и весьма серьезно. По данным лейб-медика Блюментроста, к 44 годам история болезни Петра выглядела так. Хронический бронхит, хронический колит, хроническая почечная недостаточность, мочекаменная болезнь, хронический гепатит, гипертония. Предписанную диету и воздержание от спиртного Петр почти не соблюдал. Основной метод лечения – промывание серными и соляными водами на минеральных курортах. Петр понимал, что ему надо торопиться. И первым делом закончить, наконец, затянувшуюся Северную войну. Но Швеция даже после смерти Карла XII не желала подписывать мир и отдавать России все завоеванное Балтийское побережье. Требовалось покончить с господством Швеции на море. Первое же крупное морское сражение со шведами при Гангуте окончилось решительной победой русских. Через 6 лет в битве при Грингаме шведский флот понес тяжелейшие потери. Тогда Швеция заключила военный союз с Англией. Объединенная англо-шведская эскадра адмирала Норриса подошла к Ревелю, базе Балтийского флота. Но успеха не имела. Ништадтский мир был подписан в августе 1721 года. Швеция признала переход к России Ингерманландии, ныне Ленинградская область, Лифляндии, Латвия и часть Эстонии, Эстляндии, северная часть Эстонии и части Карелии. Россия вернула выход к Балтийскому морю и статус великой европейской державы. Сенат вручил Петру прошение о принятии титула «Отец Отечества» Петр Великий, император Всероссийский. С этого момента русское царство перестало существовать. На его месте родилась Российская империя. Петру же оставалось жить 4 года. По
Почти все его дети умерли в младенчестве. Наследник Петр Петрович дожил только до 3 лет. Оставались 2 взрослые дочери – Анна и Елизавета. И внук – маленький Петр Алексеевич, сын царевича Алексея. Петр не желал делать его наследником, опасаясь, что вместе с ним к власти придут сторонники старых порядков. В этой ситуации Петр решился сломать древние традиции престола наследия, издав указ о назначении наследника волей правящего монарха. Дабы сие было всегда в воле государя. Кому он и хочет, тому и определить наследство. Весной 1724 года в Успенском соборе Кремля Петр торжественно короновал свою супругу Екатерину и провозгласил ее императрицей. Но означало ли это, что он намеревался передать ей престол? Никаких распоряжений на этот счет Петр так и не сделал. Вскоре после коронации его отношение к супруге резко изменилось. Петр узнал, что Екатерина изменяет ему, и любовник ее – младший брат бывшей фаворитки Анны Монс, 36-летний красавец Вильям. Это был тяжелый удар. Екатерина была единственной любовью Петра, единственным человеком, который мог укротить дикие вспышки неконтролируемой ярости. Галштинский дипломат граф Генинг Фридрих Басевич, бывший не раз свидетелем подобных сцен, вспоминал. У него бывали иногда припадки, когда им овладевала мрачная мысль, что хотят посягнуть на его особу. Припадки эти были ужасом для его приближенных. Появление их узнавали у него по известным судорожным движениям рта. Императрицу немедленно извещали о том. Она начинала говорить с ним, и звук ее голоса тотчас успокаивал его. Потом сажала его и брала, лаская за голову, которую слегка почесывала. Это производило на него магическое действие, и он засыпал в несколько минут. Чтобы не нарушать его сна, она держала его голову на своей груди, сидя неподвижно в продолжении 2 или 3 часов. После того он просыпался совершенно свежим и бодрым. Петр никогда не был верным мужем. Ведя солдатскую походную жизнь, царь не брезговал случайными связями со служанками, солдатскими женами, установив даже особую таксу – 1 дукат за ночь любви. Никак не могли избежать царского внимания и придворные дамы всех рангов. «Были рабынями, стали богинями» – таков был лозунг знатных дам и девиц Петровской эпохи. Резкая и часто принудительная смена мировоззрения, поведения и одежды для многих стала слишком серьезным стрессом. Традиционные нормы женской нравственности обрушились. Тон задавал сам государь, открыто изменявший жене с несколькими любовницами сразу. Камерфрейлина Мария Гамильтон, графиня Авдотья Чернышова, урожденная Ржевская, графиня Мария Румянцева, урожденная Матвеева, валашская княгиня Мария Кантемир, Елизавета Синявская, урожденная княгиня Любомирская. Все они жили с Петром с ведома своих мужей или отцов. Екатерина терпела все измены августейшего супруга, ни разу его не попрекнув. А Петр терпеть не стал. Красавчик Вильям был арестован, но чтобы не позорить императрицу по обвинению во взяточничестве. Следствие было сверхсрочным. Через 5 дней Монсу объявили приговор, еще через 3 дня ему отрубили голову. Тело на несколько дней оставили прямо на эшафоте, а голову заспиртовали в большой банке и по приказу Петра поставили в покоях Екатерины. Больше года император и императрица почти не разговаривали, не обедали и не спали вместе. Осенью 1724 года у Петра начались серьезные проблемы со здоровьем. Но, несмотря на запреты врачей, он продолжал заниматься своими обычными делами. Ходил под парусом при ледяном ветре. В результате его хроническая почечная недостаточность перешла в стадию сильнейшего обострения. 16 января. Петр не смог встать с постели. Он велел позвать императрицу. Они говорили 3 часа, и все это время Екатерина стояла перед ним на коленях. Наконец они помирились и простили друг друга. 17 января. Боли стали так сильны, что их невозможно было ничем унять.
Крики императора разносились по всему дворцу. Екатерина не отходила от его изголовья. 22 января, в промежутке между приступами, Петр исповедался. 27 января, попросил грифельную доску писать завещание. Он не знал, что уже почти сутки в соседних покоях его генералы и сенаторы решали, кто займет еще не опустевший трон. Для многих из них это был вопрос жизни и смерти. Одна партия, родовитые аристократы, князья Долгорукий, Голицын, Репнин, выступали за десятилетнего Петра Алексеевича, сына царевича Алексея. Другая партия, новая знать, бывшие выскочки Меншиков, Толстой, когда-то участвовали в суде над царевичем Алексеем и теперь опасались мести его сына. Они хотели видеть на престоле супругу императора. Петр успел написать два слова: «Отдайте все», и впал в забытье. Началась агония. В 4 часа сенат решил отдать трон Екатерине Алексеевне. Сама она в это время все еще была у постели умирающего Петра. В 5 часов 10 минут у нее на руках Петр умер. Ему было 53 года. Официальным правителем страны оказалась женщина. Но в народе это не вызвало недоумения. Лимит удивления за время царствования Петра I был давно исчерпан. Кроме того, Екатерина вызывала невольную симпатию, потому что ее жизнь напоминала волшебную сказку. О том, как царь влюбился в простую девушку, не то прачку, не то кухарку, да и сделал ее царицей. Императрица не то что управлять государством, даже писать не умела. После 3 месяцев упражнений научилась только рисовать свою подпись на государственных бумагах. Таким образом, она подписала указ об основании Академии наук, который не успел издать Петр, и указ об организации экспедиции Беринга. Все свое недолгое, чуть больше 2 лет правления Екатерина провела в нескончаемом празднике, словно хотела забыться, заглушить весельем то ли страх, то ли тоску. Императрица пила вино стаканами, меняла любовников, на балах танцевала ночи напролет. Примерный распорядок дня императрицы выглядел так. В 16:00 она вставала с постели, в 20:00 плотно обедала. Ночью прогуливалась в летнем саду, ложилась спать обычно около 10 утра. Главным человеком при дворе был светлейший князь Александр Данилович Меншиков. Когда-то он определил ее судьбу, познакомив с Петром, потом возвел ее на престол. Теперь он взял в свои руки бразды правления огромной империи. Для того, чтобы это не слишком бросалось в глаза, был создан Верховный Тайный Совет, якобы совещательный орган при императрице. На самом деле, фактическое правительство, которому подчинялись и Сенат, и все коллегии. Екатерина на заседание Верховного Совета не являлась. Ей было не досуг. Один раз она слушала доклады верховников в своих покоях, да и то всего 30 минут, потом у нее началась мигрень. Беспорядочный образ жизни в короткое время подорвал здоровье императрицы. Она сильно располнела, получила целый букет заболеваний – от почечной недостаточности до тахикардии. Вскоре уже всем было очевидно, что Екатерина долго не проживет. Меншиков добился от императрицы завещания, по которому наследником престола становился царевич Петр Алексеевич, при условии, что он женится на дочери Меншикова. Через 2 месяца, 6 мая 1727 года, Екатерина I скончалась. В народной памяти она осталась как добрая и веселая царица, боевая подруга
Петра Великого. Многие ожидали, что без железной руки первого императора Россия повернет вспять и вернется на задворки Европы. Но инерция преобразований, заложенная Петром, была настолько мощной, что продолжала действовать и после его смерти. На болотистых островах у Холодного моря уже были построены дворцы, разбиты сады и проложены широкие проспекты, которые впервые в России освещались по ночам масляными фонарями. Русские корабли, ощетинившись пушками, стояли на рейдах балтийских городов. Регулярно выходила печатная газета «Ведомости» тиражом от 200 до 4 тысяч экземпляров. По прорытому в Верхневолжскому каналу из Петербурга в Москву шли купеческие караваны. В Москве и Петербурге действовали высшие артиллерийские, медицинские и навигацкие училища. Была учреждена Академия наук. На Урале 9 металлургических заводов выплавляли ежегодно по 7 миллионов пудов чугуна и по 200 тысяч пудов меди. По всей России работали оружейные, парусные и суконные фабрики. Русская армия отныне и навсегда стала одной из сильнейших в Европе. Созданная Петром государственная машина оказалась достаточно сильной, чтобы пережить начинающийся период безвременья. В ближайшие 40 лет на русском троне не окажется человека, способного держать штурвал так же крепко, как Петр Великий.